Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Якоб Корнелис ван Останзен, пишущий портрет своей жены Дирка Якобса. Около 1550 года, дерево масла 62 на 49. Эта необычная для своего времени картина формирует несколько уровней зрительского восприятия, демонстрируя портрет внутри портрета и играя с темой отсутствия и присутствия. Дирк Якобс запечатлел своих родителей. Его отец Якоб Корнелис ван Адзанен, который тоже был художником, пишет свою жену, мать Дирка. Известно, что ван Адзанен умер в 1533 году, а его супруга прожила примерно до 1550 года, времени, которым датирована эта работа. Традиционно портреты создавались, чтобы получить ощущение близости человека, которого нет рядом. Если Якобс написал представленное произведение после смерти матери, то он мог обратиться к этой функции изображения, словно оживляя своих умерших родителей. Ван Адзанен, смотрящий в процессе творчества на жену, встречается взглядом со зрителем, как и его модель. Получается, что сам Дик Якобс, создавая подобную композицию, мог побыть, помимо художника, еще и натурщиком, зрителем, а также сыном, находящимся под взорами отца и матери. Проявляя такой интерес к неоднозначности ролей и теме взаимоотношений зрителя и произведения искусства, художник намного опережает свое время. Вот такое описание работы Дика Якобса. Якоб Корнелис ван Адзанен, пишущий портрет своей жены, я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.